Закрыть ресторан и открыть детский сад. Предприниматели из Тараза своему прибыльному бизнесу предпочли социальный проект. После капитальной реконструкции в городе появился садик на 300 мест. Такого роскошного детского сада Тарасы еще не видели. Здесь просторно и уютно. Нарядные люстры делают комнаты и залы еще ярче и светлее. Комфортно, говорят родители, но все же переживают. Не сбалует ли малышей такая обстановка? Им отвечают, дети должны жить в мире красоты. Каких детей мы воспитаем, в таком мире мы будем жить. Если мы дадим им достойное воспитание, воспитаем красивых, умных, талантливых детей, мы будем жить еще в прекрасном мире. Багдат Майлбаева не скрывает, ради детского сада она полностью перекроила свой большой ресторан. Говорит, абсолютно безболезненно рассталась с прибыльным бизнесом. Поняла, что ее призвание – воспитание детей. Поэтому свой первый садик сделала необычным. Мы садик открываем раннего развития, то есть у нас есть специальная программа, которая уже с 2 лет мы будем работать с детьми, как со взрослыми детьми. Сейчас физически это очень большая проблема, что наши дети физически не развиваются. Сейчас у них планшеты, компьютеры, только этим они заняты, поэтому мы уделили большое внимание именно кабинету физкультуры, кабинету танцев, хореография, музыка. Логопед, психолог у нас будет работать. Здесь 12 групп и в каждой камеры видеонаблюдения. Этот проект обошелся предпринимателю в 180 миллионов тенге. Но на семейном бюджете родителей это никак не отразится. Детский сад открыт по программе государственно-частного партнерства. И половину расходов на содержание детей компенсирует государство. Цена умеренная за оплату садика. И оснащение очень даже приличное. Новая мебель. Игровые кабинеты, имеется свой спортзал, летние площадки, где дети могут свободно погулять, поиграть. Это хорошо, что сейчас все больше стало открываться частных детских садов. А так нам долго бы пришлось ждать своей очереди. Считаю, что это хорошее решение проблемы нехватки детсадов. Сегодня в Таразе около 90 детских садов, и треть из них частные. Именно благодаря им очереди на получение мест в дошкольных учреждениях значительно сокращаются. Тем не менее, проблема стоит еще остро. В городе ожидают своей очереди более 20 тысяч малышей. Алма Оразбаева, Тимур Сейлхан, Тараз, 24 КЗ.